очень медленно, очень никакой инициативности с вашей стороны. Это как будто вы сторонний наблюдатель. Так Рустам Миниханов отозвался о работе Министерства культуры. Речь шла об объектах, что призваны нести культуру в массы и способствовать дружбе народов. Сейчас в Татарстане работают более 1000 ДК. Вот только, как отметил президент, в большинстве случаев эта культурная деятельность сводится к работе ключника. Вся эта инфраструктура, на мой взгляд, она используется недостаточно эффективно. Где инициативный работник, там все работает, кипит. А там основной части – это просто, значит, приближенный кому-то человек, который владеет ключом вот этого учреждения. Получает зарплату за то, что открывает, закрывает, или забывает открывать, закрывать. Как считает Айрат Сипагатуллин, чтобы дома культуры работали лучше, на них больше внимания должны обращать на местах главы районов. В районах Республики Татарстан должны обратить внимание на работу клубов, вновь построенных и действующих, так как идет оптимизация, во время оптимизации обычно у нас есть вопросы, когда, значит, оптимизируют работу культуры. Всего 3 специалиста, и они умудряются делать такие хорошие мероприятия. Такой охват культуры в 16-тысячном поселке Осиново. Как говорит заведующая местного ДК, многим посетителям приходится отказывать, потому что с ними некому заниматься. При норме один коллектив из 12 человек на одного специалиста у нас занимается более 80 человек взрослых. Очень много было разговоров на эту тему, что нужно сделать расширение штатов, но, к сожалению, пока это с мертвой точки практически не двигается. Хотелось бы, конечно, ходить, потому что в декрете заняться нечем, какие-то мероприятия. Чтобы принять больше желающих, дома культуры также надо ремонтировать и расширять. И в таких работах, по мнению президента, Минкульту нужно действовать быстрее. Обновления ждут более 500 клубов. Но даже когда деньги есть, все упирается в бумажную волокиту. Вот музей изобразительных искусств. Год назад мы выделили ресурс. Целый год они не могли даже проект сделать. Это уникальный объект. Кого-то находим для реставрации, это просто издевательство. Вы этих людей, значит, доводит до такого состояния, что они готовы бросить и уйти. И сколько объектов у нас уже исчезло, разрушено и снесено. По итогам встречи поручено сформировать четкую программу ремонта объектов культуры. Также совместно с районными властями нужно решить, как сделать, чтобы в ДК шла полноценная работа. Дмитрий Аринин, Гузель Алимова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.